Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру. И у нас, мы спасли в прошлый раз курьера, и он нам может что-то предложить. Привет, спасибо, что спас меня, у меня есть кое-что, что может тебя заинтересовать. У меня есть информация о доме с сейфом, в котором хранится куча денег. Интересно? Очень. Только эта информация не бесплатна. Минус 500. Хорошо, давай. Эти, заброшенный дом. Заброшенный дом. Отправляемся в заброшенный дом. Вот он у нас. А, подожди, вот заброшенный дом. 500 рублей я ему отдал. Интересно, сколько там будет денег? А, обыщите схрон, найдите и откройте сундук. Хорошо. Здоровья у меня куча. Нормально все. О, сколько тут зомбаков-то. О, нет, подожди, алло. Нафиг надо. И сумасшедший тот типок. А где сумасшедший тот типок тут? А ты мне не сильно это самое сдался здесь. Стреляешь. Где сумасшедший тип? Нет. Смотри, гад. Почему я его не могу убить с первого раза? Есть, готов. И тут сумасшедший. Вот он, сумасшедший типок. Иди ко мне. Придурочный, где ты там? Вот он. Давай, вот, смотри, он разозлился. Ой, быстрее, убегаем. Так, смотри, чтобы я в бочку не попал случайно. Гад. Я ж пока сейчас всех их соберу, зомбаков, и взорву. В одном месте. Зомбачье, идем ко мне. Зомбачье. И смотри, здесь тоже много зомбаков, но они как-то ходят вяло. Кстати, знаешь, что мне интересно? Может быть, здесь какой-нибудь этот будет? Типа сейф. Зомби написано. Типа сейфа какого-нибудь. Нет, здесь точно нету ничего интересного. Мне нужно типа сейфа какой-нибудь. Ну, бывает, что... Бац, и лежит какой-нибудь сейф. Где-нибудь что-нибудь спрятано, бывает что-нибудь спрятано. О, готов. Тощий зомби. А, это не открывается, слушай, сундук? Нет. А, я сейчас открою здесь, и здесь выползут столько зомбаков, как я сказал. Я же сказал... Хорошо, что я успел открыл. Так, это толстопуз. Мне вообще не страшен толстопуз. Толстопуз мне вообще не страшен. Мне не страшен толстопуз. И вот эти вот зомбаки. Чё вы там стоите? Идите ко мне. Зомбачье. Давай. Все на фейерверк. Мы же на фейерверк все идем. Вы что, не знали? Ой, слишком близко я подошел. Все, идем. На фейерверк. Эй, почему, блин, не взрывается? Гады. Все, всех разорвало, смотри. Супер отмычка, граната. Блин, у меня здоровья мало. Мне мало здоровья. Так, использовать. Еще и золото я не продал. Ну что ж. Ух ты, ё-моё. А это что такое висит? Непонятно. Тут вон что. Тут надо будет аккуратненько ходить. И вот, смотри, взрывалки. Две взрывалки, офигеть. Сейчас быстренько посмотрим, что интересно есть. А, здесь ничего нет, поищите в другом месте. О, замочье. Просыпаемся. А чё вы стоите, спите?
обезвредить. Тут стопудово какая это будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, как не повезло. А, нет, смотри. Они тут подохли. От взрыва подохли, стояли, короче. Возле двери. Возле двери стояли, они все подохли. Ух ты, ё-моё, ловушка, да в смысле? А почему я её не видел? Блин, смотри, что творится, а. Как-нибудь надо аккуратненько пройти вот эту канитель. Это ловушка, это в смысле ловушка? Какая, где, чё? Офигеть. Нажмите для взаимодействия. Ух, нифига у меня удар какой. Все, идем ко мне. Да, я еще за это деньги заплатил. Чтоб меня здесь убили. Критикал? Почему критикал? Иди нафиг. Вот еще бабища ходит. Все, сейчас быстренько пробегаем. Ё-моё! Какая нах... ловушка? Вот, смотри. Это вот это меня гадина стреляла, да? Ну, по здоровью у меня минимум. И здесь вот эти вот... Ух ты! Вот так, ты понял, что творится, а? Теперь мне нужно... Аккуратненько. Так, ну это все уже обезврежено. А, да в смысле, кто, где, что меня стреляет, убивает? То знаешь, что я сейчас делаю? Я сейчас отойду и открою сейчас. Взрыв, так я и знал. Это тоже фигня взорвется. Нет, не взорвалось. Обычная отмычка. Ну и все, остался сейф открыть, да? Ну что ж. Надеюсь, там много денег. Ах, сломал. Это не очень хорошо. Одна отмычка сломана. А, вторая отмычка сломана. Третья отмычка сломана. Это что, я волную? Это я просто волнуюсь. 1500 серебряных монет? Вы что, издеваетесь? Я за 1000 монет сюда рисковал своим здоровьем? Да, какой говнюту-ту-ту. А ну, подожди. Все уже не открывается, да? Давайте здесь еще порыскаем, посмотрим. Может, что-то интересное есть? Надеюсь, меня тут ничего не прибьет. Не, все. Возвращаемся домой. Возвращаемся домой. Вот это хитрюга. Пятихатку. Где он, курьер тут? Пятихатку тебе отдал, а? Овчинка, стоила выделки, не так ли? А сейчас у меня нет для тебя ничего. Но я скоро вернусь. Хорошо. Овчинка, стоила выделки, да? Овчинка, выделки не стоила, по правде. Знаешь почему? Да потому что. Идем к торговцу сейчас. Ему отдадим все это. Так, у меня что там, золото есть, да?
Ну, золото, что за 1500? Отдавать за 1500. Не, чувак. Золото я тебе за 1500 не буду отдавать. О, очки умения, бензина, хорошо, спасибо. Нет, я сейчас посмотрю, что у меня с умением. У меня 8 бесплатных очков умения. Способности 0 бесплатных очков, к сожалению. Есть умение. Что мы будем развивать? Здоровье, защита, целительство. Что такое целительство? Увеличивает скорость исцеления. Мне нужно вот это прокачивать, короче. Я так понял. Исцеление. Я буду лучше быстрее исцеляться. Путешественник. Так, это нет. Работа с отмычкой тоже можно бы добавить, было бы. Потребление, торговля. Стоимость покупки, цена. Да, вот торговлю бы еще бы я увеличил. Ну-ка, секунду. Целительство. Увеличивает скорость исцеления. Вот эта тема. Увеличиваем на максимум. Все. Исцеление цели. За каждое очко умения исцеление увеличится на 1%. Ну все, 46% исцеления. И я бы еще добавил бы... Ну а все уже кончилось. Больше ничего нет. Ну а на будущем я бы добавил бы торговлю. Смотри, у меня сейчас 58, да? 58. Сейчас посмотрим, как оно исцеляться будет. Но торговцу я продавать не буду. Золото свое. Золото я положу себе в сундук и продам в следующий раз. Вот. А на будущее нужно с собой брать фляжку воды и побольше бинтов. А хотя нет, в принципе, да. Бинты я с собой возьму. Что еще? А, ну давай вот эти патроны, в принципе, положим сюда. Они мне пока не нужны. И вот эти вот. Этими тоже я не пользуюсь. Тоже сюда отходим. Угу. Почем можно эти патроны продать? Сундук. Сундук. Вот эти патроны почем можно продать? За 600. Эти за 240. Эти за 100. Золото за 7, за 1500 почти что. Ладно, ничего страшного. Ну все, на этом, наверное, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.